На прием к губернатору приехали люди из 5 районов Краснодарского края. Роман Бондаренко и Юлия Корж попросили помочь в строительстве тротуара вдоль одной из дорог в поселке Октябрьский. Жителям приходится ходить по проезжей части. У нас это единственная дорога к объектам социального значения – школа, больница. У нас за год было 2 смертельных случая. Мы неоднократно обращались во всевозможные инстанции, но вопрос этот не решился до сих пор. Вениамин Кондратьев объяснил главе Павловского района, что тянуть с решением таких вопросов и заставлять людей обращаться с просьбой о строительстве тротуара к губернатору, мягко говоря, неправильная работа. Если вы до сих пор не пришли к способу решения вопроса, то как же вы собираетесь его решать тогда? Поэтому еще раз подчеркиваю, с 2009 года идет переписка, потому что на весь, что вы есть, что я смотрю, что особо результата нет, потому что проблему так никто и не вник, и не погрузился. Но уж точно тротуар явно не компетенция Министерства транспорта. Явно не компетенция. Это у вас должен быть четкий алгоритм и способ решения вопроса. И вы уверяете, Борис Иванович, что вопрос будет закрыт? Точно. Вот это что, с 2009 года переписка, футбол в народе, меня не устраивает. И устраивать никогда не будет. Все, договорились, вопрос снимается. До первого повестки дня сегодня, до конца года, чтобы тоже был. После обращения к главе региона решился вопрос Юрия Писарева из Джубги. Мужчина рассказал, что людям приходится платить за обслуживание трансформаторной подстанции, за которую обязан отвечать застройщик жилых домов. Именно у него трансформатор находится на балансе. Есть такие примеры, где бизнес просто находит способ, как за счет людей, притом без стыда и совести, как говорится, решать свои финансовые проблемы, а еще и копить состояние. Вот такой бизнес на Кубани уж точно не нужен. Сегодня я с руководителем этой компании разговаривал. Он готов передать эту подстанцию нам. Поговорил с Кубанинерго, связался. Они также подтвердили, что после получения муниципалитетом этой подстанции они ее возьмут к себе на обслуживание. Все ремонты, я вот говорю заявителю и вам обещаю, что администрация Туапсинского района берет на себя. С положительными эмоциями сегодня из краевой администрации уехали жители станицы Холмской. К концу года там появится новый сквер. А в Краснодаре после обращения горожан на улице имени Евдокии Сокол построят тротуар. К работам уже приступили, рассказал мэр краевой столицы. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.